Ярко и блестяще. Именно так в очередной раз заявила о себе компания Avon Moldova, представив две линейки продуктов для макияжа – Avon True и Mark – косметику, которая легко привносит в образ нужный акцент. Спокойный макияж, классические тона, косметика, которая не только украшает их, но ухаживает, потому что множество из этих помад содержит разные увлажняющие компоненты. Avon Mark – это более пигментированные продукты, это помады ярких, насыщенных цветов, интересная упаковка помад. От классического макияжа до ярких экспериментов представленный продукт компании Avon дает возможность быть не только привлекательной, но смелой и разной. Именно поэтому лицом линейки Mark является певица Инна. Mark – это что-то абсолютно новое, да, это линейка для смелых девушек, это яркие цвета и очень стойкие текстуры. Презентация декоративной косметики Avon как призыв к творчеству и самовыражению прошла совместно с выставкой картин, созданных художницей Николетой Вакару с использованием продуктов Avon True и Mark. Дневной, вечерний макияж, макияж для какого-то особого мероприятия также можно расценить как произведение искусства, потому что это цвет, это творчество. Это импровизация. Я считаю, что это замечательная идея. В первую очередь, потому что я знакома с непосредственно с автором этих картин. Я знаю, что тема поиска разных текстур, которые она использует на своих картинах, для нее очень близка. Она рисует и в кофе, использует абсолютно разные текстуры, поэтому я ожидала, что в какой-то момент она перейдет и на косметику, и почему нет, на косметику Avon. Макияж как произведение искусства – это легко, когда вы используете косметику Avon. Теперь с новой продукцией Avon у вас появилось больше возможностей для экспериментов со своей внешностью.